Вови гриби. Маленькие бананчики. Кефир найден не был, но был найден вот такой вот йогурт без сахара. Куча всякой зелени. Куча. И главное, нужен же еще лимончик под текилку, которую Андрей уже начал распивать. Малюсенькие креветочки такие. Маленькие детские креветочки. Это что, какая-то хрень? Что 20 рублей, он, блядь, мальков гора. Побереги мальков, Андрей. И вот какая-то хрень круглая, непонятная. А куда девчонки ушли? Корешки. Волшебные мега-корешки. Выбор богат всевозможными непонятными штуками. Нет, это зеленые манго, Андрей, не сладкие. Ты тогда точно манго никогда не будешь покупать. Нет, это груша, Андрей. Брак, грамм. Пер, это груша. Груша. Возьми лаймы, пошли. Дальше путешествовать. Да? Я уверен, потому что лимонов здесь почему-то нету. Мечта пивника. Нет, Андрей, мы возьмем лайм, он более подходит. Слушай, вяленые креветки, 120 рублей. Ну это мелкие какие-то, мелко вяленые. Слушай, пойдем колбасу вяленую здесь посмотрим, какая она, или мясо. Пойдем. Ну да, не очень что-то, не густо. Всякие вяленые штучки, дрючки, золотинки. Что-то я колбасного отдела не наблюдаю. Поверь, мясо. Говядину-то можно, что уж ты. Сгущаешь краски. Только на Новый год. Только на старый Новый год. Зато, слава богу, здесь магия есть, лапшичка. Так, касса нам не сюда, Андрей. Я не знаю. Они, видимо, посчитали ненужным с нами тут тусить. Ну, собственно, дальше уже пошла химия. И непонятные штуки в виде химии, телевизоров, тарелочек, чайничков и прочей хреномани. Вот на этом удивительный репортаж, посвященный супермаркетам в Малайзии, завершаем. Да, возьми, прокачай себе сабвуфер. Всего-то 4000. Андрей, чувствую, что лучше я в МВидео затарюсь техникой, чем в этом удивительном магазине. Спасибо за внимание. До свидания.